Здравствуйте, дорогие друзья! А вы помните, в ролике «Картошка объедения», который мы снимали зимой, мой муж использовал вот такой вот консервированный перец. Так вот, в комментариях Светлана Карпова просила, чтобы мы сняли видео с рецептом консервирования перца. И так как сейчас начался сезон овощей, я с удовольствием делюсь этим рецептом. Вот позавчера я закрыла вот такое чудо и сняла видео, в котором я все подробно рассказываю, как, что и сколько надо. Из того количества ингредиентов, которые я указываю в ролике, у меня получились 2 трехлитровые банки. Затрат продуктов и времени, как всегда, небольшие. Но зато зимой, когда нафаршируешь такой перчик, у вас всегда будет лето на столе. Смотрите ролик, пробуйте, закрывайте. Я уверена, вы будете довольны. Итак, нам надо перец, сам перец. Я его уже почистила. Вот такой он красивый. Смотрите, чтобы серединка была чистая. Чтобы не было никаких там повреждений от насекомых. Рассол идет на 4 литра воды. Нам понадобится стакан сахара, стакан растительного масла, стакан уксуса и 3 столовые ложки соли. Вода у нас закипела. Засыпаем стакан сахара, 3 столовые ложки соли. Стакан растительного масла и стакан уксуса. Теперь закидываем сюда перец. Обычно на 3-литровую банку идет 18-20 перчин. Но я всегда кладу с запасом. Прошло 10 минут, и банки я уже приготовила, простерилизовала. Наливаем рассол. Немножко, чтобы прогреть еще раз. И теперь перец. Перец старайтесь с рассольчиком вылавливать. Старайтесь заполнять пустоты в банке. Заливаем рассолом. Тут осталось 4 перчинки. Мы сейчас выловим, чтобы они не переварились. И закидываем следующую партию. Опять 7-10 минут засыпаем, пока оно будет вариться. Мы закатаем
банку. Баночка у нас получается. Теперь ее переворачиваем и укутываем. Ставим их в перевернутом виде и хорошо укутываем. Вот такой перчик вы достанете зимой из банки, нафаршируете его вкусненько. И будет у вас зимой лето. Еще один маленький совет, когда зимой из банки будете доставать перец, старайтесь его вот так именно поставить, чтобы весь рассол стек в тарелочку.